Ниагарский водопад наступил этот знаменательный день, день рождения Республики Башкортостан, день Республики 11 октября. Водопад сзади меня расцвечен разными цветами, и скоро он зажжется цветами башкирского флага. Мы катаемся на чертовом колесе около Ниагарского водопада с Лилией Абдрахмановой, которая приехала специально на праздник, праздновать День Республики Башкортостан в Ниагару из Нью-Йорка. Thank you.
главное, что удалось достичь договоренности с канадцами по дате. Ведь окрасили в триколор башкирского флага символ страны кленового листа именно 11 октября.